Друзья, привет! Всем, кому интересно вязание рукоделия, добро пожаловать на мой канал. У нас здесь очень креативно и интересно. Практически каждый день я выпускаю новые мастер-классы по вязанию узоров спицами и крючком. На этот раз я подготовила вот такое вот интересное переплетение. Филигранные диагональки мелкие вполне себе сойдут за фоновый узор. Уверена, после того, как вы его провяжете вместе со мной, вы просто в него влюбитесь. Особенно в простоту исполнения. Раппорт составляет 2 петли и 4 ряда. Сейчас будем провязывать первый ряд раппорта. Итак, снимаю кромочную петлю. Далее лицевая. Возвращаем ее на левую спицу. И еще раз провязываем лицевой. Следующую петлю снимаем, не провязывая, с накидом. Вот таким вот способом. Повторяем манипуляцию. Лицевая, возвращаем и снимаем с накидом. Провязываем таким образом первый ряд до конца. Далее у нас последует второй ряд. Мы снимаем также кромочную. Теперь мы вяжем первую петлю вместе с накидом лицевой, а вторую петлю мы провязываем изнаночной. Петля с накидом у нас будет лицевая и следующая изнаночная. Чередуем таким образом петли во втором ряду. Третий и четвертый ряды мы будем провязывать в шахматном порядке. Снимаем первую петлю вместе с накидом. Мы меняем позиции. В первом ряду мы наоборот проделывали наша манипуляция, а следующая петля у нас идет лицевая с возвращением. Далее четвертый, заключительный ряд. Снимаем кромочную. И теперь у нас идет изнаночная первая, а лицевая вторая. Изнаночная. И петельку с накидом мы провязываем лицевой. Вот такие вот бесхитростные движения привели к созданию интересного, на мой взгляд, очень интересного узора. Сразу советую вам связать какое-нибудь изделие, получить наслаждение от его фактуры. Практически идеальная фактура, на мой взгляд. Идеальная еще вдобавок стильный, потому что вот эти вот классные диагонали абсолютно безупречно легли в состав. Друзья, обязательно поставьте лайк, если вам понравился мастер-класс. Подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. А я прощаюсь с вами до завтра. Всем хорошего настроения!